башкорт милли кейимдери төрлү, бай, зауклы. Сәхне кейиме милли кейимдиң давамы, сагылышы, заманса үзгәреше. Башкортстан Республика халык ижады үзәге башкорт милли сәхне кейимдеринең беренче фестивалын үткәрде. Ул Селтәр фестивале дип аталды. Селтәр исеме астында башкорт милли кейимен сәхнәгә сыгарусылар, бүгенге заманга кайтарусылар бергә йыйылды. Сохранить именно дух национального костюма на сцене не просто более возможно, но и должно. Основных мест бытования этого костюма – сцена. Сцена, народные праздники, народные гуляния. Из этого обширного направления мы выделили два направления. Селтәр фестивален ойыштырусылар Башкортостан халык ижады үзәге, Урал галереяһы, Өфө ҡала мәҙәниәт һарайы. Төрлө предприятияларҙа һәм тегеү ательеларында әҙерләнгән башҡорт милли сәхнә кейемдәрен Һылыуҡай студияһының ҡыҙҙары кейеп күрһәтте. Селтәр башҡорт милли сәхнә кейеме фестивале конкурстары өс төрлө номинация менән үтте. Башҡорт кейемендәге ҡурсаҡтар, этнографик костюм, башҡорт милли сәхнә кейеме. Фестивальдің тәуге күргәдмәһе башқырт кейіміндәге құрсақтар деп аталды. Сибай институты, Учалы сәнғат үшейлішіхі, Стәрілтамақ қам өфе педагогия колледждары башқырт кейіміндәге құрсақтар әдірләй. По профессии своей изучаю технологию. И цель моя, конечно, всегда заключалась в том, что а как это делаем? А вот это как делали, а там как делали. Поэтому цель у меня именно возразить процесс, сам способ изготовления. Ишкельдина алимейный. Параллельно мы с ней делали нагрузку. Я все у нее снимала. Все прямо, даже, вы знаете, даже она как вот параллельно немножко нитки заправляет. Вот это вот все моменты, вот я все у нее перенимала. Какие бисер надо выбирать, какие кораллы надо выбирать, как вот это вот располагать. Даже вот размер нагрудника измерялся вот количеством вот этого туяка. Егерми, туяк, размер среднего нагрудника. А бертуяка, две ячейки вот такие. Вот это все, традиция, все вот это было. Это она мне все передала. Вот такие секреты вы узнать, сохранить и дальше, конечно, передать. Вот знаете. Я не просто решила сделать куклы в национальных башкирских костюмах, а именно сделать сценку живую, чтобы куклы играли. И здесь вот представлен народный праздник Каргату и Вороний каши. Вот посмотрите, пожалуйста, каждая кукла, она играет свою определенную роль и у нее свой характер. Вот эта кукла, например, очень хулиганистая. Вот у меня такая, вы знаете, она всегда падает, она всегда что-то, значит, делает. Кураист, который не слушается, все время курай бросает. Ну вот, вы знаете, вот каждая кукла характером. Недостаток информации, чтобы был описание поэтапное изготовление костюма, крой, что-то, знаете, вот как схемы, вот что было сегодня отмечено, схемы, например, украшений, вот как можно собрать вот украшения, потому что вот эти шапочки, вот я делала кашмау, это, вы знаете, вот просто чисто сама, как вот я думаю, как это делается, и, конечно, побольше информации. Мне интересна культура всех народов, я вот изучаю эти костюмы, смотрю, обычаи изучаю. Сейчас вот у меня, я уже в плане, начинаю делать куклы, мне очень хочется сабантуй сделать. Целую сцену. Башкорт киемендеги курсак деген конкурста катнашусылар тап шундай курсактарды күплеп итиштирүү, сауда итүү хакында уйлай. Курсак аша милли киемде тиргедеу, ниндейдер образдар буенса эшлеу бигерек тә рәссамдарды, окуусу яштарды алыктыра. Кукла помогает тем, что можно в миниатюре, не затрачивая слишком много материала, выразить свои, во-первых, творческие способности, отобразить этнографический костюм. Башкирской игрушкой мы занялись очень давно, то есть кукла в национальном костюме. Мы делали и дипломные работы в национальных костюмах, и кукол в национальных костюмах. То есть занимаемся мы куклой из плюмо, занимаемся из пластики, занимаемся из самозатвердевающегося фарфора. Также мы работаем с папье-маше. Здесь мы представили кукол из флюмо, также представили кукол из войлока, стилизованных, интересных, которые делают у нас первый курс, это коллективная работа. Также представили и дипломные работы, представили и работы четвертых, третьих
и первых курсов. Детская игрушка, именно башкирская, ее как таковой не существовало. Дело в том, что она была не развита, потому что нельзя было у мусульман изображать лицо человека. И поэтому заворачивали в ткань бревнышко, заворачивали в ткань безликое, например, там, сучок и так далее. То есть какую-то лучинку одевали в эти же лоскуты. Мы в перспективе собираемся развивать все направления и по куклам, и также и ювелирные изделия башкирских национальных. То есть я считаю, что нужно даже развить какой-то интересный сувенир, потому что в русской игрушке очень много сувениров. Если посмотреть сувенирную матрешку, то у нас такого сувенира, скажем, нету, если только не сказать об агиделе, да, росписи. То вот куклы именно башкирских национальных костюмов, которые можно было бы и на всероссийском, и на международном уровне дарить, такой игрушки нет как таковой. Хочется ее развить, сделать свой собственный сувенир, собственную какую-то интересную вот атрибутику, чтобы было заинтересованы и иностранцы, и также вот россияне. Мы делаем куклы и стилизованных костюмах, и именно этнографических, изучая исторические материалы именно по родам кукол. Вот здесь мы представили на выставке трех родов. Это Северного, Южного и Среднего Урала кукол башкирских национальных костюмов, где мы изучили и как были одеты башкиры. Но это собирательный образ. Мы, конечно, стараемся лепить кукол, естественно, творческих, собирательный образ, который бы включал в себя красоту башкирского народа. Это у нас девочки из хореографии демонстрировали наш костюм. Вот, и когда мы задумывали эту композицию сделать, мы сфотографировали наших танцоров. Вот сегодня у нас танцор выступал, это генерал, танец генерала. Мы изобразили его в виде Урал-Батыра. А вот девочку мы, конечно же, вот изобразили в виде Айхлу. Сибай қалаһынан Асия Гайнуллина милли кейімді сығыш яһаны. Ул Алпамаша эпосын башқарды. Һәм эпос башқарусы сәсәндәрҙең кейемен күрһәтте. Костюм для фольклорных коллективов на сцене. Это костюм, который, с одной стороны, должен почти быть реконструкцией национального костюма, но вместе с тем он должен немножечко учитывать особенности сцены. Этнически он должен быть точным. Балақатай районының Тамбор халық клубы қол ұсталары түнияк күн сұғыш башқыт аруларының кейемен Башқыртыстандағына түгіл, Ресей көргізмәлеріне, фестивальдерге еш алып сыға. Тамбор халық клубы ұсын халық кейемен сәхнеге көтеруісі, халық сандықтың нендей камил һәм зауықлы болуын испат етуісі. Тамбор халық клубы Селтер фестивалінің этнографик костюм бойынса гран-при бүлігінде оланы.
региональные особенности, уже за которыми сегодня мы должны охотиться, особенно в фольклорных представлениях, просто ценить их на вес золота. Что мы сейчас выкопаем, то потом и получим. Ошо фестивальга келебиз деп көптөн азырлыгып бардык инде. Мына көлмөктөрүбүздө жетишмегендердин жерлерин жетиштирип, жаңы жолуктар мына койдук. Ушундай жолуктар тоже бурун болгон, француз гана болмаган, өздөрү коюп алган деп жолуктарды коюп жетиштирдик мына. Түнүк, күнчыгыш башкырт халыктын костюмдары мына бизде. Биз анда бир нинди өзгөрүш жасамадык. Мына картинелердин хандыктарынан алдык да Қорадық таларыны кінесек болған, қас шылай шыладык та қойдық енді. Мына даже бүгін мына біздің қайнамдың яш сағында киген көлмегін мына бір қызы киіп шықты. Оңа тұқырғына еді ол. Ол шетай мына қайнам уже қадыр жоқ. А көлмегі мына шошында фестивальға келуі өзі бір тоже бір бақыт деп ойлаймын енді. Ну, біздің іш мен керек деп ойлаймын. Шол керек деп жүрейбіз де енді мына бітебіде. Подняли, восстановили из сундуков забытые, забвенные. Дали вторую жизнь тем более. Таван тойдарга киебез. Милли байрамдар. Хадыр аяттарга ла киеп бара башланык. Уже аят кайрый башладык. Сахралар бизде уже картинелер болуп кеттин. Бул биздин 2 яш кешебез. Али гына үйлөнгөндөр биз аларга айттык инде. Сиз никах юртунала шулай кийинип барагы нинди матур болор эне деп. Еді нұрларақ бек мотор деп көрәменде қызыл түс бек келіше деп сондай бір тап бүтін образ біздің қартатайлар бек мотор қартенелер бек мотор болғандар екен бұл кейімдерді деп қойдым енді біз тәбіде өзі бек қызық тұйғайнық бұл кейімдерді көргәс адақ кейгәстік тағында қызығырақ өзі тұйдық Ләкин мында келіп көрдік көп яштарды милли костюмдарда шуңа бек шат дейдік көргәс өзіміздің көк шуңа ада ғұрырлық келіп шықты нендейдер енді уже фотоға көп түсірділер бек шат вот бұл бірінші фестивальда қатнашырға шуға бүтін әлі айтайық дегенік шулай қатнашып үйрегі яштар бек қыдық һәм мұхим болар енді бұл Эш. Қадыр яштар, мәсеттер келе, мина шундай мотор, өзі біздің башқұрт милли кейімдеріне барырға, қадыр оларға оқшап бара. И мина олы кішілер келе, біз қадыр мина өзі біз әйткенсе, хабан тойға ала, милли байрамдарға ала, шундай кей, халықтар бізге шулай мотор етіп қарайдар, қызық қынып, шундай, шулай кейінім сығырға керек әлі деп әйтелер. Мен ана қайындырға отырған бүті нидерім ұнтыла, нендей гіне сәскелер түшіруге, мына қалпақтарды өзі біз тәңкелерден тікек. Ол біз шыны кейініп көзіге қарақ, мен бигірек кейінім, мен бигірек ұқшай. Біз кенендік сақырғандар үшін бір күн алда келіп, Бәрләмәнді танысып, бігірек ұқшаны, бігірек те бүгін ұқшаны бізге, мына өзіміздің екінші костюмдарды кейдіріп, мына бұл яш қыздардан, ұлғандан, Но бетерин хеле минду мы восхищение были инде. Даже шан майнса комиссия бет калай сакрып алып, мына эле бир кызды тикшерди мына бул нин. Именно дүрүс мә. Үзебез икке бит мә эле машина кайган мә деп абсурд айтты бутургандары биз билебез ул бир гурурлук болду. Биз карап тура тургас өзүбүз дертленип кеттик. Эне бизге эле сыгып мына шуларды мотор этип көрсөтүп, мотор этип атлап деген мына бир кызыктан гана айттырып. Мына бүтө бүгүн көргөн костюмлар, алар именно
күнделікті да кейіп бұла бетінді, ну, нарядны, конечно. Ты күнде ішке кейіп бармаған да, қонаққа кейіп барған, театрға кейіп барған, мене деген костюмдар. Поэтому алар бұта хеде тұрмышқа ошырға тейіштерді бұл ебеді мұнады. Мен көрініп тұраш сол мұнады бізді кө башқырттықы, хоть қонаққа, хоть тойға барған да кейіп барған, ну, выходной костюм, очень красивый. Башқырт милли киімі бүгін сәхне тамашаларында, ер биюдерде, қонақтар қаршылығында киіле. Көп анаудар, юғалтудар кесірген башқырт милли киімі бүгін тіргізілі, сәхнеге, урамға, майданға сыға. Милли киімі бізді хоқландыра, язмышы ұйландыра, әккелесеге хафаландыра.
башкорт халкының милли кейімдәрі көп түрлі. 20-сі буат алығында милли кейім деген хазинаны үйрену, барлау, сәхнеге сығару, заманға ярышлы түрлендіру башланды. Ничего не может пропагандировать костюм так хорошо, как это делается со сцены. Потому что здесь соединяется искусство актера и искусство художника-костюмера. Еще плюс, да, музыканта, и еще плюс соединяется очень большое знание и большая любовь к своему народу. Сельтер фестивалінің үшінші конкурсы «Башқұрт милли сәхне киімі» номинация менен белгіленді. Өфі, Стерлитамақ, Ишымбай, Октябрский, Сибай, Баймақ һәм Учалы қалаларынан келген тегеу ательелары һәм предприятиялары ихлас қатнашты. Бұл ұшы костюмді нық яратып кейін. Шоан тәуді елі бірек тұтындым да, теге ерек кіне зұррақ концерттарға, қазір мәктәптерді әсіл үші әйбі түрлі орындарда, нелерді бүтерді әрімін ұшы костюмді. Бұнда екі кіне түз, бек шындай бай, көрінәу, көрхәті. Нейдер не түгіл, мұна қазір тегелер башқұрт халық костюмдарын көркәге өгетіп, түрлі-түрлі түстерін, қоқуғайға өк келіп сығалар қатта. Әлінде түрлі-түрлі милеттердің нейдер орнаменттарын қолданалар, нейдер дизайнердар. Ол дұрыс түгіл. Біздің костюмдарымыз ябай болған. Мен бұрынғы құрастардың костюмдарын қарандым, бұрынғы бейісшілердің костюмдарын көрдім. Солардан мисал алып, осы костюм келіп шықты. Костюм, он не памятник сам себе. Костюм, он развивается ведь. Он как, он живой организм. Вот как человек развивается, так и развивается костюм. Ведь что такое костюм? Он оболочка человека. Он его внешнее выражение, его внутреннее содержание. Костюм ойлап табушылар, эскиз жасаушылар, анан бынан урлап, түрлі халықтардың қошып, түрлі орнаменттар қошып, бізге хас болмаған орнаменттар қошып, шындай не кетті, ситке тайпылыш кетті башқұрт костюмінен, шайты ойлайым. Шының үшін, мынабында бұл фестивалдің керектерді ойлайым. Ол шында көрінне, сағыштырып қарағында көрінне. Мына тағыла бір костюм. Бұныхы дегенің орнына, теге еленнің орнына бұл сәкмен деп аталады. Ишмуллағай мәрхүмнің костюмін ифке түшіріп, тегілген костюм бұл. Сетелдерде, нелерде көп болам бетінде. Біздің костюмға нық ихтибар етелер, нелер башқа халықтар. Итек турасында, итекті теккен вақытта мына менің алқымым бейік, мәселен, не бет. Шоу қарап ой обществода тегелер, мен хорайым мета, мына мен ашуа итек тегіп ерігіз, жоғалай тіптік мета. Мен өмір бойы шыларының итеклерін етленіп кейдім. Сельтер фестиваліне башқұрт милли кейімін әзірлеусі 14 предприятие сақырылды. Башқұртыстан киностудияның тегі үтсіқында әзірленген сәхна кейімдерінде милли традициялар дауам етілі, һәм зауық мінен үстірілі.
заказ берген кеше кейірлі костюм болса, меніңше ол дұрыс болсын бүтін традиция бойынша, яғылышылықлар болмасынлар, ансы бұзып түккен костюм традицияны бұзсан, олы күшілерге мүмкін көліне ол қиынлы кетірі. Хәр ұрының өз түбі бар, хәр ұрының өз нүктесі бар. Башқұрт халық ұрылары бір-біріне елік құда болып келгендер, келін алғандар, келін түшіргендер. Шул вақытта олардың әлі қайдан алыстан юл бойлап келіп түшкендерінде әлі қатта көрірге теш болғандар. Бұл қайы ұрудан құда болып келе екен. Қайы ұрудан келін түшіре екен. Бұна шуға қарапта айырғандар. Множество жанров, которые присутствуют на сцене и для которых нужен свой костюм. И при всем при этом в каждом номере, каждый номер имеет свое образное решение. Раз номер имеет свое образное решение, значит и костюм должен этому отвечать. То есть костюм сценически как бы трансформируется, но при всем при этом он должен быть узнаваем. А в национальном плане он должен нести дух, именно национальный дух, вкус должен быть такого национального костюма. Илли йылдан ашыу башқұрт сәхнә кейімі бөт әресей музыка бірекмәхінің Башқұртыстан производство комбинатында тігілді. Ул «Хоровое общество» деген исем астында билдәле. Когда бизнес и народное искусство, бизнес и народный костюм, когда они соприкасаются, вы знаете, облагораживается все. Либо в этот бизнес приходят люди, которые любят. Сюда просто прийти и пошить юбку, это ведь шьется не одежда, это шьется народный костюм, это шьется народный взгляд на вещи, народная эстетика шьется. И поэтому здесь работают действительно особые люди. Понятно, что разного, скажем, знания эти предприятия, специалисты этого предприятия. Но, в общем, это естественно. Другое дело, что я думаю, что нужно вместе двигаться. Я думаю, что надо изучать, постигать, удивляться, восхищаться. И, соответственно, только таким образом можно восхищать других.
Мы очень счастливые люди. У нас есть замечательный такой автор, ну, я считаю, очень хороший автор, Светлана Николаевна Шитова. Она сделала титанический труд. Светлана Николаевна, для нее башкирское искусство – это цель ее жизни. Она посвятила свою жизнь башкирскому костюму и башкирскому искусству. И то, что она сделала, она, по сути, не просто воздвигла памятник костюму. Она рассказала о многих региональных особенностях, о больших тонкостях еще плюс ко всему рассказала. То есть у нас есть как бы от чего отталкиваться. Кроме того, у нас в музеях сохранилось много интересного. У нас в сундуках сохранилось потрясающе много интересного. Сәхнә костюмы этнографик киемдәрҙе майҙандан ғына түгел, хәтерҙән, күңелдән дә ҡыҫырыҡлай. Кейемдең архаикаһын, үҙенсәлеген һаҡлауҙан бигерәк, нисек тә сағыуыраҡ, баш итмәҫлек ҡатмарлы һәм ҡабартып күрәтергә тырышыу милли кейем тигән төшөнсәне боҙа. Вот это те производители, то большое богатство, которое у нас в республике уже сложилось. Причем это богатство, вот творческое, богатство производителей, они и творческие, имеют некий багаж, да, и при этом они и финансово способны выживать. Главное-то те, кто эти костюмы заказывает. Это отделы культуры, это актеры, это театры, филармонии и частные. Может быть, даже наше счастье, что у нас главный в городах и селах, особенно в селах, не телевизор. Давно не телевизор. Вот. А главное, что люди приходят в дома культуры, приходят в клубы, чтобы попеть, поплясать, чтобы в театре поучаствовать. Да? Это очень ценно. Искусство, оно все равно существует в идеологии. Все равно вне идеологии искусства нет. Искусство все равно идеология. И очень важно, чтобы вот эта идеология была человечной, человеческой была. И очень важно, чтобы еще она была народной. Башкорт милли сәхнә кейемен әзерләүче предприятиелар күп түгел. Нибары берничә тегү цехы билдәле. Селтәр фестивалинә милли кейем буенча эшләгән 14 оешма чакырылды. Башкорт милли кейеме бүген сәхнә тамашаларында, йыр биюләрдә, кунаклар каршылыгында киелә. Thank you.
Бик көп ханаудар, юғалтудар аша өткен башқырт милли кейімдәрі бүгін үйренілі, тіргіділі. Бізді милли кейімі біздің байлығы хоқландырға, яғдмашы ойландыра, тидер фестивальді ойыштырусылар.